мен қорғаған Руслан Мырсатаев. Руслан Мырсатаев бұған дейін кәсіпқой рингте бір ғана кездесу өткізді және оны жеңіспен аяқтаған болатын. Ал оның қарсыласы Фарух Мадаминов болса, жасы 29-да, бойы 186 сантиметрді құрайды. Құлаш жоқ құсы 188 сантиметрді қамтиды, ал салмағы 108-де 7 келі. Кәсіпқой дебюті 2009 жылы тіркелген. Дегенмен содан бері кәсіпқой шаршы алаңда 6 айқас өткізіп, біреуінде жеңіске жеткен, тағы біреуінде тең түскен, қалған 4-еуінде жеңілген. Ал оның қарсыласы біздің Руслан Мырсатаев, жасы 31-де, бойы 188 сантиметрді құлайды. Салмағы 101 келі. Кәсіпқой дебюті дәл осы 2016 жылы орын алды. Бұған дейін кәсіпқой бокста бір жекпе-жек өткізіп, қарсыласын сұлатып түсіргенін және бір мәрте естеріңізге сала кетейін. Ал бүгінгі бокс кешіндегі нағыз жарқын өнер, жарқын жекпе-жек дәл қазір сіздердің назарларыңызға ұсынылмақ. Звонкий голос ринг-анонсера объявляет выход на ринг любимца публики казахстанской, известного казахстанского боксера, который все уже всем доказал. Побеждал он на самых высоком уровне. Вот он на ваших экранах вот в хоккейной форме. Неспроста он вышел в майке-свитере сборной Казахстана по хоккею. Вот в тренде наш боксер Руслан Мырсатаев. Все доказал на ринге этот боксер. Выступал он в течение 4 лет за команду Астана Арланс в престижном международном турнире всемирной серии бокса. Был обладателем этого престижного трофея. До сих пор помню финал против команды украинских атаманов. Этот поединок проходил в Астане. Благодаря Мырсатаеву наша команда смогла сломить сопротивление крепкой украинской команды. Мырсатаев одержал победу. Помог волкам выиграть трофей. Ну, а на наших экранах Ширзабек Фарух Мадаминов на экранах. Сейчас нас ожидает поединок, шестираундовый бой в тяжелом весе свыше 90 килограммов. Руслан Мырсатаев и Фарух Мадаминов. С восторгом встречает публика Руслана Мырсатаева. На ваших экранах наш олимпийский чемпион, не нуждается он в представлении. Сирик Сапиев, обладатель кубка Вэла Баркера в 2012 году. И почетным гостем этого вечера является Орзубек Назаров. Это известный советский киргизский боксер, профессиональный боксер, многократный чемпион СССР, Японии, Европы, Азии и Океании. Семикратный чемпион мира среди боксеров профессионалов по версии WBA. Ну, начинается этот поединок. Непростой поединок. Начинается. Это второй поединок в нашем сегодняшнем вечере. Решил Мырсатаев сосредоточиться на карьере профессионального боксера. В январе он уже проводил. Ой-ой-ой-ой-ой! Как Мырсатаев! Ну, пропустил, конечно, мощный удар Мадаминов от Руслана Мырсатаева. Но это сокрушительный удар. Я сомневаюсь, что сможет сейчас узбекский боксер продолжить этот поединок. Олег Кудиров, украинский рефери, отсчитывает. Нет, да! Заканчивается этот поединок убедительной победой нашего казахстанского боксера. Олег Кудиров не разрешил продолжать этот поединок. Мырсатаев
одерживает победу нокаутом. Красивейшая победа. В январе Мурсатаев одержал также победу на профессиональном ринге. Здорово складывается карьера на профессиональном ринге у нашего боксера. Отрадно видеть, что Мурсатаев возвращается на ринг. Долго мы не видели его. Ну как долго? Около года пропустил он всемирной серии бокса. Соскучились боксеры по нему. Мурсатаев сегодня порадовал и показал сегодня красивейший бокс. Айбек, как считаешь? Вот удар. Прокомментируй, пожалуйста. Қазір керемет құрос жұмсады біздің Руслан Мырсатаев жанкүйерлердің жанкүйерлердің қуанышында шек жоқ. Руслан Мырсатаев өзінің кәсіпқой бокстағы екінші кездесуінде жеңіске жетіп отыр және алғашқы раундтың алғашқы секундтарында қарсыласына әдемі соққы жұмсады. Бұл соққыдан есенгіреп түскен оның қарсыласы Матаминов ауыр соққыдан орнынан тұра алмай қалғанының біз куәсі болдық. Міне және бір сәт осы соққының қайталауын көріп жүрейік. Бұл жерде сытылып шыққандай болған, алайда міне қорғаныстың сыртынан айналдыра соққан Мырсатаевтың міне керемет соққысын көріп отырмыз. Хабар.